Мои хорошие, рубрика «Что на ужин?». Сегодня у нас на ужин соус. Зулечка приготовила вкусный куриный соус. Ням-ням. Это у нас подлива. Здесь что было? Курица грибы, тоже, курица. Да? Курица, грибы. Ну, соус для подливы и так далее. Морковка. И булгур. Пиляу. Ну, пиляу, булгур. Булгур пиляу готовила я. Зулечка пока еще не умеет. Ну, в принципе, его готовить как нефиг делать. И салатик. Салатик там отдельно я себе положила уже. Все. Вот такой вот у нас ужин. Детки капризничают. Мама садится кушать, дети начинают капризничать. Я аж сюда слышу. А сынуля орет. Сразу серьезный. Ой, мама попу качает. Ай, тетя. Собачка пришла, гости пришла. Опа! Опа! Да, вот так мы развлекаемся по ночам. Сейчас, кстати, час ночи. Где-то часов до 3, до 4 будет мой сынуля развлекаться. Сынуля! А мама тут! Сынуля! Да-да-да-да-да! Сегодня мы наконец-то принесли детские кроватки в нашу бывшую спальню. А нашу вот спальню принесли в комнату, которую мы хотели сделать детскую. Ася, мамина, дай. Ой, все, закрываюсь. Все болит. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас воскресенье, мы всей толпой, всей нашей большой и дружной семьей выехали, едем в город, в центр прогуляться, чтобы детишки тоже подышали воздухом морским. Сынуля, как всегда, висит у меня на груди. Он как выходит на улицу, ему обязательно нужна грудь. Доча спит. Сегодня, как никогда, мы без крика вышли, даже. Да, сегодня спокойно вышли. Сынулю одевала, он тоже не плакал. Дочь тоже Зуля одевала, она не плакала. Даже муж одевался спокойно. Она спала просто, солнышко да. Наше спало. Пришла бабуля к нам сегодня. Только взяла она на руки девочку, она как начала орать. Бабуля сразу положила ее на место и со Сланом игралась. Боится она трогать мою девочку, боится. Говорит, она говорит, плаксает, она говорит, капризная. Конечно, капризная. Она девочка, она принцесса. Вот. То, что там буду видеть, походу, если у меня будут руки свободны. Хотя да, у меня будут руки свободны, потому что мы взяли с собой коляску. Коляска у нас всегда с собой. Хорошо, что помещается в багажник эта коляска. Буду снимать, что-нибудь засниму вам. Сегодня было такое яркое солнце хорошее. Сейчас 3 часа дня, а солнца уже нет, но вроде как дождь и не собирается. Туч уже нет, да? Нет. Да, я надеюсь, и не будет, потому что прогноз погоды у нее показывал дождь на сегодня, да? Да. А у меня солнце. А мой, оказывается, был прав. Ну, пока. Еще не вечер. Измир — это такое место, знаете, здесь каждые 5 минут может погода меняться. Шинди ямур ям, ее беш так осунур, я обилир, он дюр. Бугинек. А бугинек, ама улабилир. Ай, все. Закрываюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока. Приехали мы в центр. Район называется Алштанджак. В летнее время здесь бывает очень красиво. Деревья, видите, обрубленные все. А в летнее время они бывают в виде арки. Я фотографировалась, наверное, кто за мной следит в Инстаграме, видел не раз такие фотографии. Здесь и слева, и с правой стороны куча кафешек, открытых кафе.
В основном люди сидят, пьют кофе, чай, ну кто-то ест. Здесь народ, знаете, контингент более такой современный. Зулечка осталась позади. Муж впереди с детками. Почему-то мусора столько. Я первый раз такое здесь вижу. Не поняла. Для меня это шок. Потому что дальше, смотрите, чисто, все аккуратно. Мы нагрузили мужа. И коляску, и рюкзак ему дали. Конечно, летом здесь вообще красота. А я раньше часто сюда ходила погулять, посидеть в кафешке. Ай, папа наш. Он молодец, справляется со всем. По ночам, кстати, он смотрит за дочей. Я только смесь готовлю, он кормит ее, усыпляет ее. У нас молодец. Сынуля вчера ночью капризничал очень, не знаю, что с ним было. Сюда надо летом приходить. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Здесь даже, знаете, пахнет по-другому как-то. Зуль, ты чувствуешь, здесь даже пахнет по-другому. Вот я об этом и говорю. Что такое? Ой, погода сегодня, кстати, ну, пока не холодно, но посмотрим, ближе к морю подойдем, будет видно. А впереди по курсу у нас море, мы как раз туда и идем прогуляться, чтобы дети подышали немножко морским воздухом. Ой, девочка на моцике, на мопеде или на моцике. Девочка. Знаете, вот именно в Старбаксе всегда бывает полно народу. Почему так, кто знает? Рядом кафешки могут быть пустые, хотя там тоже может продаваться кофе и так далее. Но именно Starbucks это что-то особенное, которое, где всегда сидит куча народа. Зуль, вон там огромный манго. Манго. Да, я уже свои. Огроменный. Вон, смотри, эти белые камни, которые ты у меня дома видела. Вот они. И говорила, белые камни? Вон они. Кто-то, видимо, притащил ко мне домой один такой, лежит у меня дома. Цветочки, цикламены, если не ошибаюсь, если я не забыла название. Бурасысоук, исио. Здесь уже холоднее, видишь, дует. Ага, потому что море. Мы за мужем, как это, курицы, как цыплята за курицу. Вот так вот. Пальто меня не греет. Ну, а что ты думала? Пока закроюсь. Приближаемся мы к морю. Кто там просил у меня зимнее Измирское море? Эгейское море. Зулечка тоже пошла где-то... Где-то она ходит, море снимать пошла, пока мы в магазин зашли. Так мы мужу ведь и не нашли свитер, который он хотел. Он тоже, оказывается, капризный у меня в выборе одежды. Это ему не так, то ему не так. Он хочет с горлом, типа водолазки, но чтобы горло не сильно давило и не было свободно. Ну, короче, не нашли. Так. Весь мусор из-за ветра приплыл к берегу. Но цвет моря все равно красивый. А ветер-то холодный. А, вон моя Зулечка. Моя Зулечка гуляет. Нормальной погоды не было с тех пор, как мы приехали. Даже погулять не получалось.
Все, дожди, дожди. Так, 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 так. Руки мерзнут. Ой, там как, такие маленькие две собачки гуляют по зелени, по травке. Малюсенькие такие. Элду! Вот так вот проходит жизнь в Измире. Ой, они, эти маленькие здесь встретились. Бак, кипакли рыбак. Ха-ха, она съела. А она регионал. Ну, надо, Агиза. Там впереди тоже есть две крупные собаки. Красота. Красота, красота. Кто-то ел мидии, мидии. Кто любит мидии? Я нет. Я вообще не любитель морепродуктов. Что они там делают? Молодежь собралась. Играет. Ну, молодежь совсем мелкие, они лет 15-17. Мои птенчики спят. На этого любопытная ворона. Посмотрите на нее. А вот эти вот квартиры с видом на море очень дорогие. Очень дорогие. Но, знаете... Я бы здесь жить не хотела бы, не лукавлю, нет, потому что в самом низу находятся рестораны, вечерами здесь шумно. Если бы этих ресторанов не было, естественно, я бы хотела бы здесь жить. Кто откажется жить в квартире с видом на море? Я бы не отказалась. Насу! Загрузили. Загрузили, загрузили. Тут много вообще молодежи. Еще söyledim sana bir sigara ver. Yok sigara kullanmıyorum. Sigara içmiyoruz. Bir şey söyleyeceğim kız manki. Bakar mısın? Gel haber var kız trendi. Погадать хочет нам. Ay. Evet biliyorum. Evet evet. Так, это площадь. Здесь обычно все фотографируются. У меня тоже есть на фоне этого памятника куча фотографий. Ну, Зулечка в телефоне. Все, пока закрываюсь.